немного растительного масла на сковороду. Обжариваем лук. На луковую подушку выкладываем фарш. Вода закипела. Закладываем спагетти. Спагетти. Воду предварительно посолили. Помешаем и перевернем фарш. Добавляем паприку к фаршу, перемешиваем. Спагетти перемешиваем. И варим до готовности. Фарш солим, перчим. Добавляем специи на ваше усмотрение. В моем случае тайм, копченая паприка, розмарин, снова все перемешиваем. Добавляем очищенные томаты в собственном соку. У меня вот такие. Перемешиваем. И даем обжариться до готовности. Накрываем крышечкой и даем минутки 2-3 потомиться, протушиться. А пока сливаем спагетти. Наши спагетти готовы. И вуаля! Спагетти а-ля болонезе готовы. Спагетти с соусом болонезе готовы. Теперь нам осталось посыпать сыром. Если у вас есть пармезан, вам повезло. У меня сегодня обычный голландский гаутский сыр. Украсим это помидорчиками, остатками паприки и базиликом. Всем приятного аппетита! Пойдемте ужинать!